points pour le FC Barcelone après l'échec en Ligue des Champions. Un seul joueur avait joué le derby, était titulaire, c'était Jordi Alba. Beaucoup de changements donc pour Xavi. Attention donc à Zon, et qui est un peu plus en difficulté cette année pour passer les champs supérieurs. L'objectif, c'est la première division. Mais d'abord, battre ce FC Barcelone dans quelques instants. Ce 16e de finale de Coupe. Название стадиона, и с вами уже готовы смотреть этот футбол. А как самые люди, они сегодня действительно в черном. Но опасная атака каталонцев, передача в штрафную, момент. Первый возникает ворот Интер-Сити. И подача в штрафную, и мяч забивается, счет открыт. Рональд Араухо. Вот так не успел я еще состав Барселоны закончить, а уже каталонцы выходят вперед. Мощнейший удар Арауко головой под перекладину. Как и атака Барселоны, очередная неприятная, достает этот мяч. По-моему, уже Барселона забила первый мяч и таким образом на шаг ближе теперь к 1/8 финала. Барселона, хотя и то, вот такие техничные ребята из Интер. Первая контратака, Интер-Сити, передача. Выпустил Дембеле под удар, Дембеле заряжает, но на трибуну. Эркулесу домой голову, передача. Нет, не доходит до партнеров защиты. Дебай. Ох, передача, удар по воротам за третий номер. Его дождался Жюль Кунде. А теперь ответ. Усман Дембеле убирает скорость, входит в штрафную. Последнюю секунду, все получилось, передача. Нужно выбивать. Получилось, а это неинтересно может быть. Кунде. Бежать, бежать, Пиньян, бежать, беги, 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 беги. Может быть, еще и будет смысл.
Дембеле. Гаи 15 тысяч человек чувствуют, которые дети. Еще разберем, а теперь ответная атака. Желтая карточка. Здесь должна быть показана желтая. Альба на лес Дембеле. У Дембеле, когда спас Кампос. А вот это зато по-испански вообще туда-сюда возит соперника. Сейчас посмотрим, чем дело будет. Сейчас посмотрим, пройдет ли в следующую стадию. Подача. А у нас тем временем подача. На лес. Борьба в штрафной площади. Мяч остается. Остается у Интер-Сити. И остается в воротах Барселоны. Самой каталонской, ужасной. Грамм уже рядом со штрафной соперника. Опасно. Дембеле, Дембеле. Все равно то, что говорить. Там полез сам Дембеле. Удар. Посмотрим повтор. Там уже атака, которая может стать голевой. Дембеле, Дембеле забивает. Забивает Дембеле. 2-1. И гол защита. Бросаются партнеры. Поздравляют. Через 4 дня с Бетисом. Десье. Диагональ, идеальная диагональ. До Ромеро. Навес. Опасно! Невероятно! Невероятно! Они снова забивают! 2-2! И снова Солдевина! Да что ж творится-то такое? Центр обороны Барселоны! Ау! Ау! Ну в обороне-то тоже нужно немножко играть, а не только в атаке. Забивает Рафинья. Барселона, конечно, добавляет... для того, чтобы снова выйти в пич. Может выйти, когда счет уже будет 4-2, а Барселона продолжает Дубарена. Арбитры Солдевила. Ой, какая красота! Ой, какая красота! Ну нужно забивать после такого! Что творится? Уже атака на другие ворота, передача, и сейчас! Да и место! Бежит Солдевила, входит в штрафную! Невероятно! Третий раз за сегодняшний матч! Интер Сити, Фати, попытка пробить через себя. Дембеле! Команды на табло. Жил. Сегодня подарок заслужил. А еще более феноменально, что это подача. Охотник, который бьет сам много ли. Провал в штрафу на ногу. И достать! Достал. Все нормально. Достал. Нормально все. Нехорошая стенка. Низом пока.